Юных запорожцев встречают волонтеры и активисты университета на железнодорожном вокзале. В нашем регионе ребята пробудут 10 дней. В эти 10 дней очень много в эту смену университета. Общение с нашими лекторами, с нашими учеными, преподавателями. Вот. Ну, с нашим городом Оренбургом. Теперь страна большая, Запорожье в том числе. Нам бы хотелось, чтобы они вспоминали добрым словом про наш город Оренбург. И университет. И университет в первую очередь. Школьников ожидают квесты, тренинги, мастер-классы, интерактивы, встречи с экспертами. У самих участников проекта настрой боевой. Расслабляться никто не намерен, готовы максимально погрузиться в обучение. Жду, чтобы было много знакомств новых, много нового хочу узнать. Как всегда, интересен сам факт путешествия, то есть побывать в новом городе, увидеть новые места. В планах познакомить ребят с областным центром. Запланирована экскурсия по Оренбургу. Затем по Оренбургскому госуниверситету. На площадке вуза состоится торжественное открытие смены. Также подростки узнают о возможностях университета в ходе профориентационного квеста. ОГУ организует подобный заезд во второй раз. В августе прошлого года вуз принимал подростков из Донецкой Народной Республики. Виолетта Широкова, Антон Полянский. Новости дня.